Подписывайтесь, друзья, на Five Sisters, ставьте лайки, колокольчики, комментарии пишите, СКА чемпион. Давайте, были ваши фотографии? Да. В этом большом зале, вы же знаете, там специальный ковер разваливается, такой вы там красивый, дышите, делаете. Так, ну проходи, самое главное, смотрите, площадки накинули. Метров, не сантиметров, да, вот такая вот. Сколько примерно температура льда, кто может назвать? Льда. Температура льда. Минус сразу разделили. Минус 20. Хорошо. Но в итоге у вас не будет. Вы же знаете, вы же тоже вы же эти гимнастки, да. У вас же есть форма красивая, да? И у хоккеиста есть форма красивая. А еще у вас прически вот так завязываются. Да, ваша одежда красивая. У нас есть на сайте трёх людей. Это. Нагрузит, молодец. Это. 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 Клуба СКА, такой флажок. А вы тоже, друзья, в комментариях пишите, сколько весит шайба хоккейная. А у вас с другой стороны буква Д. Вы за Динамо болеете, да? Ни в коем случае. И главное, не спорьте, по очереди все потрогайте. Называйте одно число. Сразу скажу, число трехзначное. Потом скажу. Синие ворота, оттуда выезжают две машины. Они называются заливочные машины Замбони, но они не заливают лед, они его варят. Почему? Потому что, когда они проезжают, они счищают верхний слой льда, плохого вот этого снега. И там... Нет. 2 килограмма. А? 165! Она угадала! Молодец! Держи! Давай поаплодируем! А тебе пахнет! Так, вы же знаете, да, что... Thank you.
ближе. Вот, все, вот так Слушайте меня! У нас есть простая кричалка. Что случилось? Кто обидел? Все хорошо? Точно? Никто не обижает? Ребят, правильно. То есть начинаем на барабане. И вы голосом зовите ска. Пробуем? Пробуем. Давайте, Паша. Начинаем. Готовы? Важно
не просто так плашечки в руках. Мы же Паше можем ей помочь. То есть он начинает стучать тут. И вы поддерживаете его. То есть вот так вот. Паша, помоги мне. 3-4. Создание в этом мире. Начинают девочки. Хорошо, девочки, вы готовы? Девочки, готовы? Давайте. Я вам говорю спасибо, вы большие молодцы, я вам всем аплодирую.